опускают себе по венам. Всем заправляет всемирный преступный синдикат. Законов нет. Принципов нет. Чувств нет. Страна стала бесчувственной. Меня зовут Майкл Франчезе, и я бывший главарь семьи Коламбо, Нью-Йорк. Одна из пяти мафиозных крупнейших группировок во всем Нью-Йорке, и при этом одна из самых опасных. Фильм «Готти» с Армандом де Санто – это один из величайших фильмов о мафии. Как по мне, так лучше фильма еще никому не удалось снять. Он настолько атмосферный, и в нем настолько четко показано, как все происходило в то время. Это была моя эра мафии, я знаю всех, кто был в этом фильме. С каждым из них я хоть раз, но пересекался. По разным делам я виделся со всеми из них. Так что первая сцена, которую я вам покажу, очень атмосферная. Энтони Квин играет Нила де ла Кросса, и у него вышло просто супер. Сначала посмотрите, затем мы обсудим. Он меня? Да. Что, прямо сейчас? Прямо сейчас. Энджи взять? Возьми. Энджи, пошли. Здравствуй, Нил. Здравствуй, Сэмми. Сэмми Гравано. Ты знаешь Джона Готти? Наслышан. Взаимно. Привет. Ты так... Дон Карло, это Джон Готти. Здравствуйте. Пол Кастеллано. Приветствую, Пол. Джо Армон. Здравствуйте. Садись, садись. Но не наркотики. Объясни своим людям, торговля наркотиками – это конец, это смерть. Это очень важная сцена. Здесь мы видели много персонажей. Мы видели Анджело Ранджери, он, как вы можете знать, являлся близким товарищем Джона Готти. Он был посвященным мафиози, он также был официально преступником в законе, так же, как и я. И да, это термин, который мы используем между собой, посвященный. Он тогда пришел к Джону сказать, что его вызвали встретиться с боссом Карло Гамбино. Все слышали о нем, вы точно знаете это имя. Я имел честь встретить его, когда я был ребенком, но мне особо нечего про него сказать, он жил до меня. Он умер в 1976 году. Но мне все же посчастливилось встретиться с ним. Вы также видели Пола Кастеллано в этом фильме, точнее в этой сцене. Вы знаете, кто он был такой, он был боссом. И мне также повезло с ним пересечься. Первую нашу с ним встречу назвать дружеской сложно. Мы сидели с ним, а рядом лежали курицы, которых я купил в одном из его магазинов. Это очень долгая история, и расскажу о ней в другой раз. Все персонажи перед нами как на ладони. Хочу обратить внимание на очень важную деталь. Это то, что Карло Гамбино говорит Джону Готти, что мы не занимаемся наркотиками, что наркотики – это говно. Он верил в то, что наркотики вредны для всей семьи, потому что тогда они бы привлекли правоохранительные органы. Так что нашей семье это все не нужно. И так было достаточно проблем. Так что Карл навязал такую политику всем пяти семьям, и они все согласились. Наркотики – это дерьмо. Но и также увидели Сэмми Гравано, кто, как и я знаю, был капитаном в тот момент, а может и нет. Может быть, он был просто бандитом, не знаю. Так что у вас крутой состав и крутая сцена. Нет наркотиков, в сцене все как надо. Давайте посмотрим следующую сцену. Мы имеем итоговый результат. Джон Готти убрал моего бойца, не спросив у меня. Это вопиющее нарушение. Джон Готти должен умереть к чертям. Не надо ругаться, Пол. Не надо. Джон Готти убрал твоего ублюдка, потому что тот заслужил это. Джон Готти – это Коза Ностра. Советник? Закон нарушен. Да, за это полагается смерть. Оправдано ли нарушение достаточной необходимостью? Нам нужны такие люди, как Готти, но мы живем по нашим законам. Мое мнение, он должен умереть. Уважение, которое было проявлено Карлу, такое уважение проявляет только к боссу. Анил был довольно властным парнем сам по себе, он посмотрел на Карла и собирался что-то сказать. Но Карло поднял свою руку, а Анил в ответ, как всегда почтительно, просто остановился и начал слушать. Это очень мощная сцена, очень атмосферная. Запомните, никогда не поднимайте руку на другого мафиози. Единственный, кто вам может дать разрешение отнять чужую жизнь, это ваш босс. Так что в этой сцене ставки были максимально высокие.
В реальной жизни это была бы очень проблемная ситуация, ее нужно было как-то решить. Еще одна интересная деталь в том, что именно Карло сказал Полу. Он сказал: «Хватит ругаться». Знаете, многие старики того времени ругались не так много, особенно боссы. Они пытались сделать свою речь более целостной. Я замечал подобное с моим отцом. Он не любил материться. Так как бы там ни было, Карло слушает, и он готовится сделать окончательное решение. Все зависит от босса. За ним всегда последнее слово. Как скажет, так и будет. Так что он смотрит на своего консультанта и спрашивает его, что он думает, а тот ему отвечает: «Смотри, нам нужна сотня Джона в годе», потому что они знали, с чего был сделан Джон. Он принимает приказ и выполняет его без вопросов. Бум, все сделано. Но также он добавляет: «У нас также есть правила, так что если наши правила развалятся, сама жизнь развалится. Так что если бы мне предстояло решать, то я бы избавился от Джона Готти. Убей его». Боссу оставалось принять свое окончательное решение. И кто знает, каким оно будет. Следующий. Джон. This is such a powerful scene. Я торговался всю ночь. Идите погуляйте. Пошли. Насчет чего? Насчет твоей жизни. За то, что мы убрали этого козла? Молчи. Сядь. Я сказал, сядь. Ты знаешь, я многих отправил на тот свет. Близких друзей и незнакомых. Я не всегда был согласен, что человека надо убрать. Но я никогда не обсуждал приказы и никогда не жалел патронов. Я убивал тех, кого было велено убить. Нил, молчи. Молчи и слушай. Большой Пол пришел к Дону Карло за разрешением убрать тебя. Оставалось вот столько. Я сказал Дону Карло, что ты мне как сын. Это тронуло старика. Он велел Полу не трогать тебя. Но если Дон Карло приказал бы тебя убрать, я пришел бы сюда сегодня с этими обезьянами. И ты умер бы. Я просто обязан вам сказать, что это одна из самых глубоких и прекрасных сцен, от которой так сильно веет домом. Ни в одном фильме я такого не чувствовал. Энтони Квинн сыграл просто идеально в этой сцене. Он как бы подытожил всю суть Козы Ностры, объяснил так много о моей прошлой жизни. Вы видели, насколько он был зол? Он боролся всю ночь для того, чтобы спасти жизнь Джона Готти. Ведь он был для него словно сын. Но то, что он сказал в этой сцене, это и есть суть всей этой жизни. Наша жизнь построена на правилах, так что если вы нарушите правила, вообще весь мир разрушится. То, что случилось в 80-е, это то, что люди начали громить устои налево и направо. Кто-то стал информатором, кто-то начал принимать наркотики, хотя ему это не следовало делать. И вся эта жизнь стала рассыпаться изнутри, поверьте мне. И все это по большей части из-за слишком сильного контроля этих законов, которые ввело правительство. Это создало слишком большое давление, так что люди начали выживать просто как могли. Кто-то становится информатором, но правила, как бы... Точно так же, как сейчас, мы говорим, что США – это страна закона, и мы живем по правилам. Причина, по которой Коза Ностр существовала и преуспевала на протяжении сотен лет – это соблюдение законов. Люди держались за правила, и все это было очень строго. Мы держали наши рты на замке, и мы играли по правилам. Также другая вещь, про которую он сказал, также очень важна. Он сказал, что я люблю тебя словно сына. Но если бы я получил приказ, что тебя необходимо уничтожить, я бы пришел к тебе с двумя головорезами и выполнил бы этот приказ. Это все довольно прямолинейно, потому что мы следуем правилам. Хочу сказать вам, что это очень сильно веет домом, потому что когда я ушел из этой жизни, мне сказали, что в случае чего моему отцу пришлось бы также выполнить любой приказ. Но все обошлось хорошо, и я успешно вышел из игры. Почему-то мне в голову сразу и пришла эта история. Мне интересно, смог ли бы мой отец сделать что-то, если бы он получил приказ спустить курок на меня? И я пришел к выводу, что он бы не смог. Не думаю, что мой отец смог бы это сделать. Хотя мой отец
отец настолько же старой закалки, как и Нил де Лакросс. Он всегда играл по правилам. Он умер по правилам. Вот такой он мужик. Дожил до 103 лет. Ни разу не открыл своего рта и даже при смерти оставался в пределах. Так что эта сцена реально заставила меня задуматься. Это просто отличный фильм. Мне он очень нравится. Надеюсь, вам тоже. Я знаю, что очень многие хотели бы узнать больше о криминальной жизни. Так что я вам расскажу о ней через фильмы. Мы чередуем понедельник фильмов и понедельник истории. Очень много людей уже присоединились в мою команду и сообщество. MichaelFrancese.com. Сообщество бесплатное. Там люди общаются друг с другом. Там вы можете получить поддержку. Кто-то там молитвами занимается. Часто мои христианские братья критикуют меня за то, что я мало говорю о своей вере. Люди часто обсуждают мою веру. Это не что-то секретное. Моя вера всегда со мной. Я просто не люблю трепаться о ней. Но в сообществе вы можете послушать меня на эту тему. Также вы можете получить больше личного общения со мной. Там есть небольшая плата, но это того стоит, ведь вы получите очень много меня. Так что спасибо вам, увидимся в следующий раз в понедельник. Будет либо день фильма, либо день истории, мы пока не решили. Так что подключайтесь, благослови вас Бог, счастья вам и здоровья.